Вот неизвестные грибы. Это типа рядовок каких-то, самых поздних, осенних. Но они несъедобные, это уж 100%. Потому что они пахнут очень-очень вкусно, насколько я знаю. Типа запах какой-то такой невразумительный, очень резкий, неприятный. Вот. И здесь очень много. Но здесь также много еще и копеечек, денежек, калибии. Грибы называются калибия. А вот эти вот неизвестные какие-то фиганочки. Я даже их не буду разворачивать, все равно мы их есть не будем, и никто не захочет их кушать. Вот. Из-за их невкусного запаха. Значит, они несъедобные. Вот. А этот очень уже большой. Так. Ну ладно. Вот здесь перевернутый. Сейчас я его сниму. Да, трудно снимать. А место очень хорошее. И красивое. Это уже денежка. Копеечка, съедобные грибы. Ну все, на этом.